тетеньку в зеленом тюрбане у меня купили за 3000 евро. Всем успехов! Значит, жидкость, белильца, розовильца, синильца, получился сиреневильца. Плюс коричневильца, получился серебряный цвет. Серебристый, серебряный. Этим серебряным цветом, мало натянуло, надо натянуть холст еще. Серебряным цветом избавиться от белого холста полностью. Хорошо? Давайте. Продолжаем уточнять личико. Начинаем брать более темно губочки. Кончик носика. Глазные впадинки. Смайлик лица. Теневая вдоль. Выпуклости ткани. Сиреневости, коричневатости, синести. Набираем. Потом немного мастихина. Помогаем себе увидеть намеки на рисунок. Светлотики, да. Даже вот эти светлотики могут быть светлее, чем окружение, да? Глазочки сначала как амбразурка. Темненькая амбразурочка. Века, белочек. А ну? Темненькая щель между губами. А сюда может вниз коричневый? Нет, все голубым. Прикольно? Давай. Вот этот баклажановый цвет, то есть и красный, и коричневый, не только синий. Потемнее. Смотри, не хватало простых человеческих акцентов. Усилить темность. Здесь темность объединилась с очертанием. А потом еще взяла белильца и отштриховала. Оно? Да. Смотри, вот это напряжение линии касания дало сразу художественность всему изображению. Правда? То есть вдруг появилось напряжение линии. Причем это напряжение не везде, а пока только в этом месте такое акцентное напряжение.